Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня я снова приехал в гости к моему другу Стефану в его университет, Кайзер Юниверсити, и мы будем, точнее Стефан, будет отвечать на ваши вопросы. Я буду снова его мучить вашими вопросами. Надеюсь, вы за это благодарны. Не забывайте ставить лайк и делиться этим видео в своих соцсетях. Ну что, перейдем сразу к вопросам. Вопрос следующего характера. Человек услышал на одном из стримов, что митохондрии пережигают жир. У людей с максимальным количеством митохондрий, спрашивает парень, борцы, велосипедисты, бегуны, практически нет лишнего веса. Жир горит в митохондриях. Все говорят, что за 2 месяца можно увеличить количество митохондрий до максимума. Как это сделать по науке, спрашивает человек, надеясь на то, что увеличив количество митохондрий, он автоматически станет сухим и поджарым. Стефан, прокомментируй, пожалуйста. Напоминаю, что вышли в свет 2 мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал, просто хотя бы даже для ознакомления. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас каналу. Здравствуйте всем. Сначала он начал кое-что хорошее, но потом перепутал чуть-чуть. Это правильно, что мы могли увеличить количество митохондрий в течение 2 месяца. Это все правильно. Но затем это не означает, что мы будем похудеть. А как он думает, что спортсмены, они уже имеют много сухая масса? Это потому, что они уже постоянно тренируются. И диета. И диета тоже. Поэтому всегда, всегда должно быть и диета, и тренировка. Не просто тренировать, а питаться плохо. Да. Надо и то, и другое. А как это сделать? Надо баланс, равновесие между, что ты принимаешь и как, что ты тратишь. Если человек, например, должен... Про калории ты говоришь, по да? По калории. Если расход калорий меньше, чем приход, то, соответственно, мы все равно будем... Конечно. Полны. Если человек съедает 3000 калорий, но тратит только 2000 калорий, он будет вес гонять. А если наоборот, если он тратит 3000 калорий и съедает только 2000 калорий, будет тогда худеть. Будет худеть. Примерно, чтобы люди потерял 1 паунд. 1 паунд от жири, это примерно половина килограмма. Полкилограмма. Полкилограмма от жири, не просто вес, да, это от жири. Должен тратить 3500 калорий. 3500 калорий. Это уже есть дата. Очень много информации о том, что примерно у обычных людей 3500 калорий, это чтобы тратить полкилограмма от жири за неделю, самое главное за неделю. А я читал, что и опасно тратить больше полкилограмма в неделю, вот. Да? Это не что опасно. Если человек очень толстой, тогда он может тратить до 2 паундов, это примерно килограмм. Но это в начале только будет все равно, да, наверное? Если он очень большой, тогда, как у американских толстей такие, тогда можно. Да. Это без проблем, потому что это уже для здоровья. Потому что если он не потеряет, он может погиб. Поэтому сердце начинает, холестерин, все это проблема возникает. Но у обычных людей половина килограмма за неделю. Почему? Потому что если он потеряет больше, тогда уже сухая масса тоже мышцы теряются, поэтому это нехорошо. И надо вспоминать, что жиры, они зажигают медленно, не очень быстро. Если человек потеряет больше, быстрее, чем это, он либо мышцы потеряет, либо дегидратация. Вода. Вода. Поэтому это тоже нехорошо. Да, поэтому всегда я вам говорю, друзья, что худеть очень быстро нет смысла, потому что
это в первую очередь нужно ограничить себя очень сильно в калориях, но вы все равно всю жизнь и долгое количество времени не сможете так жить. И когда вы вернетесь, вот те килограммы, которые вы потеряли за счет воды и мышц, углеводит и мышц, и... они вернутся, и вернутся в виде жира. Да. Вот что страшно. Не мышц, которые вы потеряли, будет сложно вернуть, но затем самое главное, когда идет на очень низкие калории, уровень углеводов уменьшает. И тогда уровень углеводов уменьшает, тоже меньше воды задерживается в теле. И тогда человек делает, допустим, 2-3 недели перед вечеринкой, либо свадьбой, он хочет так сделать. А после этого думает, что я уже похудел. И начинает обычная диета, которая у него была. Да, и все, и сразу организм набирает и даже воду, больше. И воду, и жир. И даже больше, потому что идет процесс тоже суперкомпенсация углеводов. Потому что организм не понимает, что ты специально это делаешь. Он думает, что со мной. Он боится, что это будет еще раз, и он запасает и поэтому это в виде жира. Хорошо, мы сделаем скоро видеоролик о том, как увеличивать количество митохондрий, да? Сделаем. А в двух словах, вы можете развить максимально действительно за 2 месяца, да? Да. Достичь своей выносливости. И примерно как это делать? Это нужно тренироваться вот в режиме 30 по 30, да? Это один из вариантов, а интервальная тренировка тоже есть. И длительность, низкоинтенсивность для окислительных мышечных волокон, если человек не тренированный. Угу. Но это сделано новое видео. Лучше мы покажем это на практике, да? Да, это следующее. Отлично. И не забудьте, что у нас будет практика вместе со студентом Kaiser University в Iron Religion Gym в этой неделе, и потом видео. Видео мы сделаем, да. Сделаем для вас. Спасибо, Стефан. Угу. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что присылаете ваши вопросы, это очень и очень важно. На многие я снимаю вот такие видеообзоры, и на все отвечаю в комментариях, если это адекватные вопросы. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях, ставить лайк или дизлайк, обязательно написать комментарий. Все это помогает, и это лучшая благодарность от вас и мне, и каналу. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.